Вот уже четверть века в пансионате оказывают помощь людям в возрасте. У каждого своя судьба. Многим пришлось пережить неприятные события, прежде чем попасть сюда. Валентина Лютаева здесь уже 6 лет. Рассказывает, что в учреждении есть все необходимое для пожилого человека. Завтрак, обед, полдень, между обедом и полдень, тихий час, ужин. Кормят, конечно, прилично. Санитарочки очень душевные, добрые такие. В любую минуту уже тут как тут помогут, все сделают. Всего в пансионате живет 350 человек. Директор учреждения Олег Барков рассказывает, для их комфорта делают все возможное. В последнее время улучшилось и финансирование. Каждый подопечный имеет свой характер, свою нрав какой-то, прожили жизненный уровень, у каждого свой. И поэтому подойти и найти подход к каждому подопечному очень сложно бывает порой. Я хочу пожелать вашему дому процветания, чтобы в вашем доме всегда было действительно по-настоящему домашнее тепло, чтобы ваши подопечные чувствовали себя здесь по-настоящему, в настоящей, большой, дружной, любящей семье, чтобы они находили рядом с вами тепло, заботу, то, чего может в жизни многим из нас не хватает. В руководстве пансионата верят, что в дальнейшем условия будут только улучшаться и учреждение проработает еще не один десяток лет. Виталий Попач, Игорь Романенко, «Время новостей».